Всем привет! Вы на канале Pixelinger. В этом видео я буду рисовать мордочку котика. Я буду рисовать этот рисунок цветными карандашами. Рисовать я буду в тетрадке в клетку, но это будет не рисунок по клеточкам в стиле пиксель-арт, а обычный котик. Я даже заведу новую тетрадочку, буду рисовать там такие рисунки. Итак, берем цветные карандаши. Розовый, красный. Возьмите светлый, темный. Достаточно двух карандашей, но если возьмете больше, тоже будет хорошо. Два зеленых, светлый, темный, желтый. Два коричневых, светлый, темный, черный и простой карандашик нужен. Еще будет нужна резиночка. Сначала берем простой карандашик. Где-то посерединке рисунка, например, вот это у меня будет серединка рисунка, немножко ниже, нужно будет нарисовать носик котика. Смотрите, рисуем сначала линию 3 клеточки по горизонтали. Вот здесь скругляем немножко. И рисуем такую маленькую буковку Т. Вот так закругляем уголочки. И обводим 4 клеточки. Это носик котика. Теперь от вот этого уголочка, вот в носике котика, идем на 2 клеточки вверх и 1 клеточку влево. А вот здесь уже ставим точку потолще. Будем рисовать глаз котика. Теперь от вот этой клеточки идем на 2 клеточки вверх и влево на 2 клеточки. Вот здесь ставим точку. Еще одну точку через 1 клеточку влево. Теперь идем на 2 клеточки влево и вниз. Ставим точку. Вот смотрите, уже 4 точки, контур глазика. Теперь от вот этой точки, от вот этого уголочка, идем на 3 клеточки вниз, ставим здесь точку. И на 1 клеточку вправо ставим здесь точку. У нас получилось 6 точек. И теперь эти 6 точек надо соединить, нарисовать глазик котика. Рисуем линии не очень прямые, немножко их закругляем во внешнюю сторону. Вот так соединяем. И получается один глазик котика. Теперь точно так же нарисуем второй глаз котика. От вот этой клеточки, от этого уголочка, идем на 2 клеточки вверх и вправо на 1 клеточку. И вот здесь ставим точку. Теперь от этой точки идем на 2 клеточки вверх и 2 клеточки вправо. Ставим здесь точку. Через 1 клеточку вправо еще одну точку. Теперь от вот этой точки идем на 2 клеточки вправо и вниз на 1 клеточку. Ставим точку от этой клеточки. На 3 клеточки вниз идем, ставим точку. И на 1 клеточку вправо идем, ставим точку. И теперь эти 6 точечек соединяем плавными линиями. И рисуем второй глазик котика. Теперь вот в серединке глаза, вот здесь, нужно нарисовать тоненький, длинненький зрачок котика. И здесь рисуем зрачок. Потом его можно затемнить черным карандашиком. Пока что так. Теперь будем рисовать контур головы котика. От вот этой клеточки, от вот этого уголочка отсчитываем вверх 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь ставим точку. От вот этой точки тоже идем на 6 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим точку. Это макушка головы котика. Соединяем линией. Уже можно немножечко ее искривить вверх. От вот этой клеточки 2 клеточки влево отсчитываем, ставим точечку. От этой точки 3 клеточки вверх отсчитываем, ставим точку. Вот здесь можно сразу соединить. А здесь будем сейчас рисовать ушко котика. От вот этой точки идем на 3 клеточки вверх и 2 клеточки влево отсчитываем, ставим точку. От этой точки идем на 2 клеточки вверх и 4 клеточки влево, ставим точку. Соединяем эти две точечки. От вот этой клеточки отсчитываем 4 клеточки вниз, ставим точку, соединяем здесь линии. И теперь вот эту точечку и вот эту точку соединяем. Вот уже одно ушко нарисовали. Теперь повторим с этой стороны. От вот этой клеточки идем на 3 клеточки вверх, 2 клеточки вправо, ставим точку. От этой точки 2 клеточки вверх, 4 клеточки вправо, ставим точку. Рисуем ушко, соединяем эти точечки. От вот этой клеточки 2 клеточки вправо отсчитываем, ставим точку. От нее идем 3 клеточки вверх. Сразу можно соединить. От вот этой клеточки, от этого кончика ушка, 4 клеточки вниз отсчитываем, ставим точку. Соединяем здесь линию. И вот эти две точки соединяем. Теперь от вот этого уголочка, вот кончик носика, вот от этой точечки, отсчитываем 4 клеточки вниз. 1, 2, 3, 4. Ставим точечку. От этой точки 3 клеточки вправо, ставим точечку, это подбородок котика, соединяем.
От этой точки идем на 4 клеточки влево и одну клеточку вверх. Ставим точку. От этой клеточки идем на 4 клеточки вниз и одну клеточку вправо. Ставим точку. И теперь вот эти точечки соединяем плавной линией. Если немножко не получается, всегда можно вытереть линию, более сделать ее круглой. От вот этой точечки идем на 4 клеточки вправо и одну клеточку вверх, отмечаем. От вот этой точечки на 4 клеточки вниз и одну клеточку влево. Соединяем вот эти точечки, закругляем мордочку. От уголочка носика, от вот этой клеточки, нужно отсчитать 2 клеточки вниз. Отмечаем здесь точечку. И теперь от серединки носика, вот здесь серединка, посередине клеточки. Проводим линию, вот такую изогнутую. И от этой точки, от этого уголочка, 2 клеточки вниз пропускаем. И рисуем еще одну изогнутую линию, вот такую. А теперь будем раскрашивать этого котика. Сначала я раскрашу ему носик. Я беру светло-розовый карандашик и закрашиваю носик розовым цветом. А теперь я беру красный карандашик, можно взять темно-розовый. Вот здесь посерединке носика полосочку делаю, котиков такой носик. И вот здесь по краям немножко затемним носик, делаем чуть-чуть объемным его. Теперь берем черный карандашик и вот эти зрачки сделаю потемнее, поярче. И можно немножко потолще. Теперь я беру желтый карандашик и возле глазика, возле зрачка делаю вот такие желтые полосочки. Закрашиваю глазик котика. И с этой стороны. Теперь я беру светло-зеленый карандашик и следующую полосочку вот так вот здесь закрашу светло-зеленым карандашиком возле желтенького. Сейчас будет очень красивый яркий глаз. С этой стороны раскрашиваю глаз. И второй глазик. А теперь я беру темно-зеленый карандашик и вот здесь вот докрашиваю глазик темно-зеленым карандашком. С этой стороны. И второй глаз. Теперь я беру темно-коричневый карандашик, можно взять черный. И здесь вот наведем глазик, здесь вот эту линию сделаем поярче немножко и немножко потолще. И нижнюю часть глазика тоже немножко поярче сделаем. И для этого глазика повторяем. Теперь от вот этого уголочка до вот этого уголочка проводим линию, изогнутую немножко вовнутрь. Вот так нарисуем контур носика. И теперь от этой клеточки до этой тоже такую же линию. Вот такой носик. Вот здесь вот затемняем ноздри, делаем котику. Получается хорошенький носик. Здесь наведем немножко. Теперь еще беру красный карандашик. Вот здесь немножко ротика закрашу. Вот здесь маленький уголочек, много не надо. И теперь беру светло-коричневый карандашик и будем раскрашивать котика. Вот здесь на мордочке котика нужно будет оставить белые пятнышки. От вот этой полосочки перепрыгиваем одну клеточку. Вот здесь вот нарисуем такую линию. Вот отметим эту клеточку. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево, вот здесь нарисуем полосочку. И от вот этой клеточки идем по диагонали вниз вправо, вот здесь нарисуем полосочку. И рисуем вот такой контур. Вот соединяем вот так эти полосочки. Сильно не давите, линия не должна быть толстая, она не должна быть сильно видна. Потом здесь будем еще закрашивать шерстку котика. И с этой стороны повторяем точно так же. От этого уголочка одну клеточку вправо пропускаем, вот здесь полосочку нарисуем. Теперь идем по диагонали вниз, вправо, вот здесь одну полосочку нарисуем. И еще идем по диагонали вниз, влево, полосочку нарисуем. Теперь округляем вот эту часть на мордочке, оставляем белую, вот так. И вокруг глаз я оставлю белые пятнышки. От вот этого уголочка глаза перепрыгнем 3 клеточки вверх, вот здесь отметим точечку. И сейчас не толстой линией, вот так вот рисуем небольшой контур. И от вот этой точечки, от этого уголочка глаза, тоже рисуем контур, вот такой вот закругляем немножко. Эта часть у котика будет беленькая. От вот этого уголочка отсчитываем 3 клеточки вверх, вот здесь ставим точечку, рисуем закругленный контур, такой. И от этой точки до этой точки проводим контур, не сильно давим на карандаш. Вот так.
Теперь от этой клеточки, от вот этого уголочка глаза отсчитываем 3 клеточки вниз, тоже здесь ставим точку и ведем следующий контур под глазом. Вот здесь тоже ведем линию, закругляем ее немножко. И теперь от этой точки до вот этой точки тоже ведем линию, закругляем ее немножко. От этого уголочка глаза 3 клеточки вниз пропускаем, отмечаем здесь клеточку, уголочек. И ведем контур вот так. И от этой точки до этой точки контур закругленный. И еще проведем небольшой контур от вот этого уголочка ушка до этого уголочка ушка. Вот такой контур отметим. И от этой точки до этой точки вот такой небольшой контур отметим. Теперь будем закрашивать котика, заштриховывать карандашиком. Нужно рисовать такие линии, вот так заштриховывать. Как бы повторять рост волосинок на мордочке котика. Вот так вот закрашивать не надо. Шерстка котика растет от носика вверх. Вот так и закрашиваем. Делаем такие вот движения. Начинаем от носика. Продолжаем вверх. И закрашиваем мордочку котика. Оставляем только вокруг глазок беленькие вот эти части. И на мордочке вот эти беленькие части оставляем. С этой стороны заштриховываем в этом направлении. С этой стороны закрашиваем, рисуем линии вниз. И с этой стороны повторяем точно так же. Здесь закрашиваем в эту сторону. Теперь берем коричневый карандашик потемнее. И вот здесь возле носика немножко затемняем вот эти части. И по контуру вот здесь вот эту всю часть немножко затемняем. Так, делаем котика объемным. Теперь вот здесь возле ротика тоже немножко затемняем. Здесь добавляем цвета. От этого уголочка глаза вот здесь такую полосочку мы нарисуем. И здесь. И теперь на лбу котика полосочки нарисуем. Вот от этого уголочка ведем линию вверх вертикально. Делаем ее немножко толще. От этого уголочка тоже вверх вертикально рисуем линию и немножко ее делаем толще. Вот такими движениями рисуем, делаем волосинки небольшие. Теперь очень тоненькую полосочку вот здесь посерединке мордочки котика. И теперь от вот этой точки, от этой серединки, эта точка находится на уровне вот этой точечки, там, где мы обводили контур, оставляли его белым. Рисуем как бы букву М. Ведем вот так наискосок здесь линию. И от этой точки вверх ведем линию. И тоже вот так немножко ее утолщаем. А теперь будем закрашивать ушки котика. С этой стороны ушка закрашиваем его коричневым цветом. Делаем такие ворсинки. И с этой стороны коричневым. Теперь берем розовый фломастер посветлее и среднюю часть ушка закрашиваем розовым. И теперь я беру желто-коричневый карандашик, очень светлый, и закрашиваю вот эту часть ушка очень светлым цветом. И с этой стороны тоже. Котик уже почти готов. Немножко добавлю вот здесь такие волосинки в ушках, шерстки. И с этой стороны. Теперь на мордочке котика здесь рисуем точечки. Отсюда растут усы у кота. И теперь темно-коричневым карандашом, легким движением руки, вот здесь рисуем ему усики, очень длинные. А еще котику нарисуем реснички. Примерно вот отсюда. Можно нарисовать с каждой стороны по 3 реснички. И вот такой котик уже получился. Его можно дорабатывать, вот эти линии делать более плавные, убрать лишние линии. Немножко прорисовать контур.
такой рисунок котика у меня получился. Если будете со мной рисовать по моему видео, у вас обязательно получится рисунок. А когда вы научитесь рисовать таких котиков по клеточкам, можно уже будет попробовать нарисовать такого же котика в альбоме. Если вам понравилось мое видео этот котик, не забывайте ставить лайк под видео. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Пишите в комментариях, получилось ли у вас нарисовать такого котика по моему видео. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixelinger.